Пора сделать первую остановку за все это время. Осталось всего 100 километров до моего города. Ладно, пойду отдохну немножечко. Похожу, поразминаюсь, надеюсь, есть что-то при запасах. Походу, ничего нету. Ладно, придется найти ближайший магазинчик. Вот, походу, и ближайший магазинчик. Надеюсь, там есть что-нибудь поесть. Так, я что-то поесть особо не вижу. Ладно, пойдем поищем. Ну, проще спросить у продавца, мне кажется. Здравствуйте, у вас есть что-нибудь поесть? Здравствуйте, к сожалению, у нас ничего нету. Это магазин для лесорубов. Эх, ладно, ну хорошо. Ну, мне друзья говорили, здесь можно посетить очень крутой паром. Не знаю, правда, где достать денег. У меня есть план. Ну ладно. Извините, а у вас есть где-нибудь здесь ночлег? Вы можете переночевать у меня дома. Хорошо, мы пойдем в машину, и вы мне покажете дорогу, хорошо? Окей. Так, сейчас нам прямо. Теперь направо. Слушайте, а почему у вас такой пустой город? Просто до него далеко добираться, но так-то он красивый. Так, понимаю, это ваша база? Да, все верно. Где у вас тут поспать? Да, в принципе, можно поспать на стуле, это очень удобно. До этого у меня не было такого опыта, но будет. Конечно, не номер люкс, но все равно что-то. Эй, просыпайтесь же, утро. Ой, да, даже не заметил. Так сладко спал. Кстати, у вас есть что-нибудь поесть? Например, какая-нибудь деревяшка. Я люблю дерево. Не спрашивайте. Да, есть. Сейчас нарублю новую. Надеюсь, в запасах что-то есть. Но если нет, то все равно я рублю новое дерево. Так, сейчас нарублю новых дров. О, у меня, оказывается, осталось еще в припасах. Вот ваша свежая древесина. Большое спасибо. Обожаю древесину. Кстати, если хотите, могу помочь вам со сборкой нового стула. Я была бы не против. Так, вот последний кусочек. И все, новый стул закончен. Так, стоит немного прибраться. Так, у вас есть еще дерево? А, хотя я вам немного отрублю от своего. Спасибо. Присаживайтесь кушать. Да, очень вкусно. Так что насчет плана? Ну, значит, мы поедем. Я не знаю, что сказать, но спасибо за просмотр первой серии. Надеюсь, дальнейшее продолжение сезона вам понравится.